Сегодня мы расскажем вам о звездных однофамильцах, которые не являются родственниками друг к другу. Еще во время того, как Яна Чурикова вела передачу «Фабрика звезд», ей приписывали родство с актрисой Инной Чуриковой, отмечая внешнее сходство знаменитостей. Некоторые даже предполагали, что Яна – дочь своей популярной однофамилицы, однако женщины не связаны кровными узами. Хотя американская актриса Шэрон Стоун по возрасту вполне могла бы сойти за мать Эммы Стоун, голливудские актрисы не являются родственницами. Похожие фамилии звезд – единственное, что их связывает. Юлия Ковальчук и актриса Анна Ковальчук не имеют ничего общего, кроме фамилии. Кроме того, экс-солистка группы «Блестящие» рассказала, что ее часто называют супругой хоккеиста Ильи Ковальчука. Журналист Андрей Малахов жалуется на то, что ему приписывают родство с Геннадием Малаховым. Более того, обоих обвиняют в том, что они пробились на Первый канал благодаря родственным связям. Американские актрисы Памела и Джиллиан Андерсон прославились благодаря кино. Также артистки участвовали в откровенных фотосессиях. Тем не менее, фамилии – это единственное, что их объединяет. Екатерина Вилкова, звезда «Стиляг», и Таисия Вилкова, актриса сериала «Девчонки», настолько похожи друг на друга, что поклонники считают их сестрами. Однако у актрис разные родители и нет общих членов семьи, так что даже дальними родственницами их называть нельзя. Многие часто путают британского певца Робби Уильямса с покойным актером Робином Уильямсом. Имена и фамилии звезд созвучны, из-за чего в сети часто допускают ошибки при их упоминании, но даже при такой путанице каждый из них достиг значительных успехов. Когда на экраны вышел сериал «Воронины», звездой которого стала Екатерина Волкова, ее тезка Екатерина Волкова уже много лет снималась в кино, в том числе в сериале «Next». Звезда культового ситкома не захотела брать псевдоним, и теперь в российском шоу-бизнесе сразу две Екатерины Волковы. А вы встречали в жизни своих однофамильцев или полных тезок? Или у вас очень редкое имя и фамилия? Делитесь в комментариях. Спасибо, что посмотрели видео. Если информация была для вас интересной, поддержите нас лайком и подпиской, а также посмотрите рекомендованные видео.